Как поставить на кадастровый учет здание, помещение, объект незавершенного строительства? Для постановки на кадастровый учет здания, помещения или объекта незавершенного строительства необходим следующий список документов. Документ, удостоверяющий личность заявителя. Заявление о постановке на государственный кадастровый учет. Технический план здания, сооружения, помещения незавершенного строительства. Заявление о постановке на учет вправе подать собственник или любое иное лицо. Если с заявлением обращается представитель, необходимо представить нотариально удостоверенную доверенность или доверенность в форме электронного документа, подписанного электронной подписью нотариуса или электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего доверенность, либо в форме электронного образа бумажного документа, заверенного электронной подписью нотариуса или электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего этот документ. Бланк заявления можно скачать на сайте Росреестра, получить в офисе кадастровой палаты или МФЦ. Для оформления технического плана необходимо заключить договор на его подготовку с кадастровым инженером, имеющим квалификационный аттестат. Документы можно подать несколькими способами. С помощью портала Росреестра в разделе «Электронные услуги» в ближайший МФЦ или в офис кадастровой палаты. Также можно отправить нотариально заверенные документы почтой. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.